Теперь при отмене административного наказания можно взыскать расходы, понесенные на оплату услуг юриста или адвоката. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Итак, в рамках одного дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьей 12.9 КУАП, на водителя был наложен административный штраф. Впоследствии областной суд отменил состоявшееся по делу решение, а само дело прекратил в связи с недоказанностью обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности. Но гражданин понес расходы на оплату услуг юриста в связи с защитой своих прав. Итак, суть дела. Автовладелец обратился в суд с иском к органам внутренних дел, в котором потребовал возмещения убытков в виде расходов на оплату услуг защитника, а именно расходы на эвакуацию и хранение транспортного средства на штрафстоянке, расходы на оплату штрафа, а также компенсации морального вреда. Суды трех инстанций сочли требования истца необоснованными и отказали компенсации. А Верховный суд отменил все ранее принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Он напомнил, что согласно правовой позиции, сформулированной в постановлении Конституционного суда, расходы на оплату юридических услуг, понесенные лицом, в отношении которого постановление о привлечении его к административной ответственности, отменено в связи с отсутствием событий или состава правонарушения, либо в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых оно вынесено по делу, являются судебными расходами, и такие расходы подлежат возмещению. Чтобы знать еще больше юридической информации, подпишитесь на юриста и пересылайте это видео своим знакомым автолюбителям. Увидимся в следующем видео. Пока!